Они пришли сюда по велению сердца и долга. Отец и сын Виталий и Сергей Банниковы вместе с другими щелковцами отправляются на специальную военную операцию. У нас продолжается набор наших граждан по контракту, которые они заключают с Минобороны. И слова благодарности семье Банниковых, которые приняли решение пойти защищать нашу родину. Ребята, которые сегодня подпишут контракт, они идут в именной полк Московской области, который сформирован на базе нашей Московской области. Это решение отец и сын приняли вместе. О нем говорят: ничего героического, так надо. Есть такая необходимость родину защищать, значит, пойдем. Патриотизм плюс работаю. С 98 года в школе учителем физкультуры. Семья спортивная. Ну вот решили, изъявили желание. Жены, дети приняли это желание. Посоветовались, обговорили, обдумали все. И приняли такое решение, что идем. Если сын пойдет, то я сказал, я пойду в любом случае. Он принял решение, я его поддержал. Во-первых, это настоящий мужчина. Во-вторых, это настоящий учитель, который подход имеет к каждому ребенку. Он к нам приехал в 2000 году из города Челябинск, где был финалистом конкурса «Учитель года», где он получил много наград и званий. Очень надеюсь и верю, что мы его обязательно встретим вместе со своим сыном, вот, что все будет у нас замечательно, и он к нам вернется. Они уже герои. Проводить их пришли близкие, родные, друзья, ученики и, конечно, неравнодушные жители Щелково. Решение вызывает уважение. Пожелать им что? Вернуться. Побыстрее все это закончить. Нельзя быть безучастным к тем событиям, которые происходят вокруг нас. Перед поездкой благословение, уже традиция. Вернуться живыми и здоровыми – главное пожелание от земляков. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковская телевизия.